Перед вами сейчас тепловой насос, по-моему, уникальный, потому что я пока не знаю подобных, кто сделаны в Украине, может быть, и где-то сделано, который утилизирует тепло сточных вод. 8 лет назад этот тепловой насос начал работать в ноябре 2009 года. Непрерывно работает, если вы посмотрите на теплосчетчик, то там показано, что он уже сэкономил порядка 50 гигаджоулей тепла. Притом работаю только на 1/3 мощности. Утилизация тепла сточных вод с помощью теплонасоса очень эффективна, потому что потенциал сточных вод очень высок. Это порядка 20 градусов. И поэтому коэффициент, то есть количество энергии, которое можно получить на затраченный 1 кВт электроэнергии в данном случае, составляет порядка 5. И в пределе может быть достигнут 7. То есть 7 кВт на 1 кВт затраченной мощности. Как он работает? Теплообменник, он охлаждает трубу канализационную, врезан в канализационную трубу и охлаждает сточные воды. Это тепло, за счет которого охлаждаются воды, повышается с помощью теплового насоса до нужного потенциала. Ну, может быть, до 60 градусов нагрета здесь вода. И дальше эта вода идет предварительно подогретая, собственно, в саму котельную, перед нагревателем горячей воды. Суть в том, что тепловой насос можно выбрать разные тепловые режимы. И в данном случае, поскольку он не замещает полностью количество горячей воды, то выбран режим зимой порядка 45 градусов нагрева, летом может быть до 50 градусов. До более высокой температуры, соответственно, параметрам, догревает уже обычный газовый котел. И что интересно, вы получаете это тепло тогда, когда сбрасываете воду. То есть синхронное использование тепла при нагреве горячей воды.